то же самое с конкубиной. Танк рвается, РДД здесь, на ренже на максимальный. Стан. Да, он даже не кастовал. Стан заранее. Творит чудеса. Ну, я да, я волну давал. Стан. Сбил. Чё у нас миликов? Раз, два, три, да? Короче, милики. Встаете квадрат. И это. Когда будет фаза, когда застанетесь, артстайл на флешках играешь, женек прожимаешь незыбку на второй раз панцирь. Или на первый раз панцирь, на второй незыбку. Или и то, и другое. Космополит, мишку дубовую. Встань, прожму эту хуйню. Мишку дубовой кожи. Расстановочку делаем. Когда... Стан слетит или когда встанет? Подожди. Когда на весь рейд и на хилов повешается стан, вас хилы не хилят. Встаем. А как я встань прожму скилл? Блять, ты в луже под боссом стоишь, лужа снимает паралич. Все. РДД места занимайте между колоннами, пустые. Диспель артстайл из центра, ты видишь всех, достаешь диспель эту парашу. Хилы могут не видеть, кто сбоком за колоннами. Ну да, три милишника сдохнут по-любому. Ну, ты что, нельзя здесь вызывать? Че, все пуля? Да, пуля. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Давай, Геру. Ебало. Бабу бьем. Включишь Стримслав? Вроде включа. А там байк все равно. А мы еще ни одного босса не били, что. Мы трэш, короче, фул почистили во всем инсте, короче. Ну, досмотрите, да. Сейчас Антон заходит. Давайте, живите. Антон опять. Бля, Кирилл. Кирилл заходит. О, давай, не мешай. Давайте прожимочки отдаем. Арсел, хиль их через флешку, если достаешь. Покастуй прямо в них. Парируешь, тварина, сзади. Как она сзади парирует? Ебанутая, блядь. Ну она же титан, по идее, да? А, гри... Жопой. Красавчик. Ягодицами парирует. Ну, ты промахиваешься, видимо. Да она парирует, ебанутая. Блин. С другой стороны ее бить, чтобы она не парировала.
Давайте прожимочки, незыбку, панцирь, всю хуйню. Компас все поглотил. Танковый щипок. Главное, чтобы милики не сдох. Да. Ебать, ну 1900 ударило. Там 19 или сколько-то поглотило, блядь. Жимочки. Женька подхилил. Тоже котом можешь моментальный хил сдавать с этой с прока. И сразу бежим дальше. Кубики нажмете, хуюбики и все. Вот, снова тотем. Прям прикольно. Бери тотем, чё ты, блядь. Нихуя себе. На хила, блядь. Новенький лут здесь падает, нихуя. Сейчас я одного моба законтролю. Так, чё, опера, да? Угу. Ой, сейчас мне странно, ос нужно топор, блядь. Сейчас будет всё, блядь. Сказал Варик. Всё, там Арсал законтролил, зерги. Да, и тот же тотем, вот что у меня только на 40 тысяч его заклинаний повышает, нихуя себе. Силён теперь. Да это вроде хороший этот, ну, идол. Ну да, хороший тотем. Ой, ну да, 43 с ПД ещё. Сейчас, подождите, подождите. Я беру стенку. Зергаем. Я звезду за контролю. Без... Ты звезда за контролем, там патрульный еще идет. Вот этого бить будем. Кидаю в него, хуярим. Сейчас вытащу его. Может, дайте вытащить, но не трогай. Темную устроили. Угу. Да че вы там в коридоре бить? Сейчас в подвале здесь. Теперь вот этого разъем. Понять. Сейчас мы его убиваем, мне даже доту не успевает слететь. Какой тут дамага, пиздец, у рейда. Тонна, блядь. Не, ну дамаг хороший. Я вынужден согласиться с вами, сударь, да? Угу. Надеюсь, этого дракона ебаного быстро убьем, блядь. Да? Анхолик, конечно, в каре, но трэш вообще, пиздец. Да, отсюда заберем. Он этот, он Увакова. Пуляй это, чаршишься от него. Не какой-то парашюки. Разъем. Кто там прыгнул, блин? Ну, он меня притягивает. Ну, ты престом прыгаешь, я думаю, вообще как это делать? Я с этой хуйней, блядь, в гробнице. Ничего. И быстренько, бодренько бежим на эту хуйню, на вот. Да ёб твою. Сука. Всё, разумали. Пока бежим, блядь, бафы смотрим. Блять, а Пэт сагрит, нет, это то ебал. Да! Да! Блять, я это. При, на этот. Как он называется, сука? Надподъездник. Кто помнит, как над подъездом эта хуйня называется? Ребрик, а? Нихуя. Козырек? Козырек, хорош. Козырек.
На козырек приземлился, блядь. Чё, как в тот раз, блядь, всю комнату агры, да? Не, не надо. Два агры и зерга. Звезду зергом. Подъездик. Как звезду зерганем, так можно уесть. Блядь, не вижу звезды. Луч появится, выведешь мобов с луча. Я знаю, это я знаю. Мы хилюемся хорошенько. Вообще я наебашу этому. Без звезды. Теперь уешь. Выводи. О, что-то опасное произошло. Мы хуя мы, да? Забайтили моба, он лужу скинул. Угу. А что эти лучи делают? Апают их, да? Что-то такое, да? Ну, да. Наверное. Они какую-то АОЕшку сдают, что все дохнут, блядь. Ночью 9200 мне прилетело. Что тут нахуй рейд? Блядь, это аргумент, в принципе. Ну, представляешь, по танку 9200 въебало. Одной тычкой. Открывайте. Что там, блядь, хоть бы страноос, ебаный топор, нахуй. Я с Молчезара нужен топор. Да этот по пизже. А ты придрочился к этому? Да, более-менее. Ну и ДПС выше стал или нихуя? Да. Ну сколько в рейдах? Девятка есть хотя бы? Да я не знаю, надо, блядь, топор, я говорю, крита, блядь, нету нихуя. Крита очень дай, мало. Дай крика. А чё вот эта рыба со специями дорого выходит, да? 125 голды на ауте. Одна штучка, да? Да. Я тоже борю, я 45к на ней поднял. Заебись. Чё там, блядь? Внучка. О! Чё там? Шапка. Блядь. Давайте не протупливайте это с бегом. Когда бежите, очерчивайте овал ровный. Не срезайте углы внутрь овала. Блядь, чё-то я не понял про чё ты. Сейчас поймёт. Блядь, бать, шапки лут, конечно, бесполезны. Баная, блядь, страноосная. Она самая редкая. Да я понимаю, что она самая редкая. Так, если что, я танчить буду вот здесь, этого пса ебаного. Пиздись, я просто псом. Пиздись, псом, он жизнь... сразу превратится. Всю жизнь его тут танчу. Бьем? Дайте, на подождите. На пул ебашите. Беру? Давай. Готовьтесь бежать сразу все. Не понял, а почему так быстро? Космополит ресы. А, убил? Что сдох он. Все, да я не увидел, блядь. Понятно. Ничего, научится. Скоро вот готовьтесь, блядь. Все. Готовьтесь бежать там кто.
2 секунды, шапка. Побежали нечаянно. Да, блядь, без спринтов все убегает. Ты просто беги по большому кругу. И все, не срезай углов. Две секунды, одна секунда до шапки. Побежали, Ивашки. У всех же ДБМ пишет. Ну, блядь, Ивашка молодец. Того раза, блядь, что ли? Щиток отставь, кидай на них на всякий случай. На следующего, кого выберет, сдашь каплю бланжерности. Беги, малышка, бежит. Беги. На меня не надо. Лидер, сука. Ну стой ты, ебаная собака, блядь. 3, 2, 1, 0, мой. Это, сука, блядь, заебал рычать. Обнови крик это, слышь, слетел. Ну, спокойно перед домом бегается еще, хосты хватает. Да. Заебал, блин. Ну, понимаю, понимаю. Это нажимаем кубики, хуюбики и быстренько на трэши падаем. Штаны топовые носовые. Кубики, которые, когда ролл на шмоте нажимаешь, мне это нужно, там кубик нарисован такой. Падаем быстренько, встаем на месте, падаем. И заходим вниз, идем дальше. Они меня не убить не могут. Штаны надо кому-то вот эти, крит меткость? Хорошие штаны. Кто там, нечаянно надо тебе? Они охуенные. Женек, ты в инс зашел или ты не сдох еще? Я в инс зашел. Выйди. Ты нельзя был? Выйдите с инста нахуй. Мобы сейчас прибегут к вам в начало инста, выйдите. Да нет, вроде. У меня был. Да ну, нет, я потому что был. Я потому что лежу, вижу, что мобы убежали. Когда прибегут обратно, я скажу. Пал, сейчас. Пал обратно иди. Все, можете заходить, заходи. Не спешите заходить, потому что они это могут обратно съебаться. Так, чё мы нас этого коня ебали? Погибель, да. Так чё, я про штаны не увидел? Так, тебе не надо, да? А кому-то Малак или кто там? Эллада тебе надо? Носовой космополит? Короче, я понял. Тебе надо, да? Блядь, бегу пока трэш. Буквально 3 минуты, 4. Давай быстрее. Я, наверное, сейчас это на погибель одену этот, блядь, пушку другую.
Проебу 4 мастерства, но похуй. 2.60 одену. Давайте протащим. Про которую ты собаку показывал, это в подвалах где-то, где пауков ходят. Ну и чё, ну? Да, там она. Да вон, пацан спрашивал, а чё за собака? Чё за босс вообще? А кто знает, дверь закроется, когда погибель призовётся? Да, 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 она закрывается. Пошли еще пару привидений убьем. Женек подошел. Подожди, подожди. Женек тут? И он привязался. Женек. Привязался, за мной бегает. Ну пошли пару привидений убьем еще. Там как наверх подниматься. Да я понял. Расставил, спули их, тащи вниз, нахуй. Снизу. Или что, наоборот? Снизу сролили, пидерсю, согрели. Давайте в балкон тащите в тот. Там Пет Женьковский, блядь. Тут разъем, да. О, молодец. Сейчас затаунчу. Чё он там стоит? В корнях. Женек так и не очухался. Че, пошлите, может, еще или что? Пошли еще, пленная душа вон. Пошли до смотрителя. Пока он очухается, блядь, мы уже до смотрителя дойдем. Ну хули, погибель в 9 начинать не очень. Может, к смотрителю придет. Ну мы сейчас и пойдем, да? Пока на ходу там дотайте еще, блядь. Ты душу, блядь. Да дотался, блядь. Как ты чухался, или это не тот, кто нам нужен? Ну, потом меньше чистить будет. Все, блядь. Че, все, пошли эти на погибель. Женька, нет, да, пошли, мобов. Пошли, так он же пришел. А, он, ну все, он зашел. Он на щит на себя давал. Женек, алло.
Алло, ебать, не слышно нихуя. Не слышно. На себя кости давал. Кости. Напиши что-то. Плюс, минус, 2, 4, 5. Нихуя не говорите. Вон, бегает. Я ему написал, может сейчас начнется. У кого там запуск есть? Идите, запускайте. Ивашка. Ну, блядь. Сейчас, где она у меня? Тактика, бей босса, блядь. Выходи служить. Запустил? Да, запустил. Все, иди вставай там посерединке. РДД на максимальном РНЖ в кружке. К стенке прижимаемся, чтобы лужу постелило это ближе к этой хуйне. Все, ебаш. Давай, Гер. Блять, пушку не переодел. Ну крикни ты на. Да я ж кричал, бля, в коридоре. Вожмитесь в стенку, как кружок стоит. Все, теперь служи. Отлично. Дальше стоим в кружке, бля, чтобы эфир не ловить. Тогда шаман лучше в пати миликом поставить, чтобы... А, я так. А, то бишь он нихуя не дракон, он нежить, да? Дракон нежить. Блять, не вопрос нежить. Ладно, пусть. Все, исчезла лужа, встаем вот так же, в кружок. Чтобы лужу заспавнить здесь, чтобы нам было место отойти потом. Танк далековато, ты для шамана встал. Да ничего страшного, тут чуть-чуть сейчас мы исчезнем. Подойду ближе на шаг, но мне сразу деба вешается. Милики с одной на другую сторону, когда лужа в вас. Вот, отошли. Отходите так, чтобы дебаф исчезал от лужи, там огонек такой. Там, да, огонечек. Короче, суть поняли, блядь. Прекращаю пиздец. Пошла взлетка. Собираемся в кружок все. Побежали за кружком. Когда каз до конца пройдет, начнешь на пул давать, на танк. Давай на пул. Танк собирает кучу. Че там моб стоит? Петом убери пета, отзови его. Даем ЛЕ. Арста, помогай флешками. Тотем есть на ману? Он да, умер. Ставлю тотем. Читаю тотем. Тебе гимн. Умер и встал. Даю баф. На следующий раз, на взлетке, получше хилим. Флешками помогаем. Блядь, ёбаный в рот, отойдите от морды. Да забей хуй, либо в купол, либо в этот, в ограду. Поворачивай как удобно.
Нас это вообще не ебет. Лучше в оградку вставай все время. Похую вообще без разницы. Да, это похуй. За куполом она некоторый раз бегать подходится к нему ближе. Ты трепета обнови под танком. Ну, я уже заебался. В драконе бегать. Обнови трепета быстрее. Чтобы он не дрочился. Служи, отходим. Блять, все вам анонсить надо. На взлетке поосторожнее. Там дамаг большой идет. Десять процентов. Стеночку. Заготовимся. Сбегаемся сюда к РДДшникам. К РДДшникам бежим, в кружок встаем. И начинаем двигаться в противоположную сторону. Пошел каст. Побежали. Флешки, щитки сейчас накидываем. Каст закончился, собирай там. Кучу. Отводи босса туда, где она приземлялась. Да, отвожу. Еще отводи. Сейчас дыхнет, еще отводи. Иннер, можно шаману? Три друида иннера. Раскидайте. Малак, вставай быстрее. Вставай, что ты лежишь? Баф по Малагу. Тотемы там в мелизоне обновляют. Да, я поставил уже. Ебать. 80 урона прошло, 7600 заблокировано. Это у тебя тымик? Не знаю, от чего это, но урона блокирует, я ебу. Ну, она прожимная. А, да-да. Нет, это 2600. Это будет горящего шамана. Ты рядом со своим тотемом, стой. Тотем ближе к Милика. Это ты трепета да, поставил или что? Да. То он рядом с Миликами прям стоит. Ты рядом с тотемом стой, рядом с Миликами, а не с нами. Чтобы он тебя снимал и снит. Ладно, РДД. Ну сейчас хорошо прям сняло. Ну конечно, блядь. Прям в эту секунду попался, тип, блядь. Взлетка готовим. И нера там по 30, по 50 секунд. Как откатится после взлетки, раздаем.
по Эладе. У шамана фул мана, нахуй. По Эладе один хотя бы закиньте. Пошли за кружком вперед, к кварталу. За портал туда. Или что это за тотем? Так, танк останавливается, собирает. Давай, Гера. Ай, пацан, ломал. На, триня поглотила. Еще дыхание. Только что проверял. Хули 17 кусков поглощает. Аргусянский? Да, с РБК. Просто язычная приняла. Все, видно, смотрителя топа. Понял, хорошо. Были бы с хостой, конечно. Почему-то пэт раз 5 у меня сдох, хотя, блядь, вроде в огне он не стоял, хуй знает. Да долбоёб. Пэт это... Ну, серьезно, я его раз 5 вызывал. Под морду, да, наверное, лазит. Он или под морду, или под хвост, или под еще, да, какую хуйню. Да, 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 под я его уже лазит. На себя под... отгонял обратно. Под трансмогом бегает. Ага. Было бы, блядь, прикольно, если пэта можно затрансмогрифицировать. Сукубу, да, переодеть, да? Здесь тут койлы, конечно, копились. Я не руны не успевал расстреливать. Там у нас эти аномалии, блять. Этот. А, тут еще большой. Бля, гарга 7. Вообще, мне кажется, тут можно по центру пробежать и никого не загрить. Да, попробуй. Бахните пэта, пожалуйста. Дайте пэту бах. Два загрили. Вот. Давай танчи два. Сука, проверятели, блядь. Крик обнови. Давайте это, смотрим дебаф возле премии. С дебафом от людей отходим. Звезду зерга. И человека с дебафом захиливаю. Паладин баблом снимет. Дебаф, блядь, смотрим на ком. Не переодел. Главное, от людей отходите. Есть, иди на ту сторону. Да, я здесь встану, чтобы не увидеть. Все, и второго. Проверили. Блять, что-то 22 мастерства вроде, все нормально, блять. Лучше, чем, блять. Нормально, что? Ну, 22 мастерства, просто я пушку переодел на ДДшный. Вот. На кистевая 2.70. Блять, намного лучше. А было сколько? Агро одежды. 1.60 был молот. Ну тебе быстро надо. Не, мне наоборот надо это.
медленный. У тебя удар героя на боссе по КД должен вместо белой атаки быть. Ну, да. Че, у вас нормально все? Да, к смотрителю подходим. Аномалию лок бань. Мелких сливаем. Эти на опере. Вы на опере? Ну, не вы, я чили. Ну, они да, но они смотрителю убили и пошли все сначала. Косты главное сбиваем. Если этот из бана выйдет. Че упало? Ну, плюс-минус это время найдете. Че упало со смотрителя? А, разбойник, шаман. Кто там еще? Там? Короче, какой разбойник? Паладин. Разбойников нету там. Да там и паладинов нету. Там уж полутал. Полутал твинк этого. Этого Телдрена, шаман. На котором он сидит. А у вас тут само то же самое, у вас тут токен паладиновский никому не нужен. Как всегда. Шаману 2-4, а роков нет. Сейчас мы ему Энха соберем, Элимона. Кого-то. Вот, да, я знаю, что Арстайл тебе нужен, поэтому я собирал платье, чтобы он кроме тебя никому не нужен. Арстайл, дай эту каску по эту, пожалуйста. Хуенха, блять. Угу. Будешь ебашить здесь. Да, давайте не будем, давайте здесь его убьем, не будем обратно отводить, вот сюда в уголке. Захиливаем. Как мы его захилим? Че, забаньте его все? А его же фире, по-моему, можно по КД держать или нет? Да. Разбаниваем, убиваем. Я знаю, Арцел, что не надо этот пак говорить. Я, блядь, да хуя Вовку играю. Каре был. Еще до X3. А что после уважения там? А, тоже на 12 тысяч. Почтение. Почтение. Ага. После уважения авторитет на районе. Это заебись. Ёба. А туда там. О, ёба, а чё я еблан? У меня же есть кольцо, блядь, нормальное, нахуй. Я не знаю, что ты еблан. Танковское, нахуй. Нахуй я с этим 213-м бегаю, блядь. Ты вообще бы 232 с острова на ДД одел, блин, поймать. Не, у меня нет такого. Mm. О, так у тебя вообще 258, нихуя ты. Жимы, нажимы. Смотрите, подготовил. Ну, блять, у меня еще это два кольца с острова, блять, с дырками, нахуй. 2-3 не с Толгорода, блять. Я, блять, ТГ фул. Собрался вообще. Забаньте одного, ну все, спасибо. Отпиваемся, жрем всю хуйню.
Бля, как сейчас гарды быть? Не призывать? Ну или трэш убьем давай. Нет, нет, про трэш похуй, я к тому, что... Давайте, готовимся. Женек. Пуляем на счет 3. Раз, два, три. Все без исключений искры играем. Эту еще следующую и будет эта фаза, да? Да. Угу. А все, фаза Геру, да, все, пора Геру, да. Поиска половину уже съели. Что ты за слаг? Сейчас скоро будет. Все, вам можно и поближе подъехать и работать. Ну, ваше. Все плохо. А что, все, искр нет? Да. Угу. После 15. Ну да, мы слишком это, как бы, достаточно быстро перевели его. А то ДПС, слышь, вообще пиздец, если честно. Так мы с Герой, блядь, половину ему снесли, чего хотите. Ну да, там Малак 13 ебашит. Охуеть. Артстайл 10500 примерно, Женек тоже близ так. Паладин артстайл, да, забирает? Артстайл забирает, ну. Пошли, сейчас будем пробегать, готовьтесь. Нужно сделать так, чтобы танк пробежал. Кто там еще? Малак с ССом, кто-то, ну, Масрес у нас есть. Короче, три тела, что там, артстайл на кого-то диван дашь.
Так, бежать будем. Отсюда спрыгивать или слева? А, ну, можно же вот так спрыгнуть. Слева, давай слева. Слева пошли. Танк вперед. Вот прям сейчас бежим. Пошли, бежим. Беги, забирай на себя мобов. Прожимки, блоки максимально все. Бежим за ним быстрее, за квадратом. Если что, щиток дам. Блять, не сдохни. Да бежим, все нормально. Реснити меня, да, чё ли? А чё, у нас лок, если есть, присумоним. Ой, да, реснити локом присумоним. Бежим за танком, бежим. Пробегайте быстрее. Шума пока сейчас идёт поссать. Так, а там диван вы хотите дать? Блять. Хуй с ним, присумоните. Стану. Чё, там есть тела для дивана, для СС-а? Нету регов. Диван, а, блять, ёб твою мать. Чё такое? Малак по себе СС дал. Чё, нормально. Вздыхайте теперь все. Если чё, резко. Почему диван не дали? Нормально там. Там притворился хан, да? Всё, сейчас мобы и выйдет. Всё, ресы. Ставите шкаф и сумончик. Ойла, 40 тысяч в смотрителя влетело почти. Ага, спасибо. Че, все прям? Или кто там, блядь? А, Войт отошел, да? Сейчас я стану. И ваш где-то бежит. Че, вы у шкафа еще? Да. И вашка в начале инста тут стоит. Ну а что же там пасать вроде побежал. Угу. Ну, это. Чё там, трэш? Чё, начинаем, да, бьём пока? Смоните меня хотя бы, щитки покидаю. Потом его досумоним. Всё, погнали потихоньку трэш. Да рыбу пока это, нажми. Ага. Сейчас ещё пристабав дам. Пока одного этого бей, моба. Бля, я чай допью сегодня, блядь, или нет? Бать, ты в кару пришел или на чаепитие, блядь? Первого этого зерга. Стан будет чей? Ауги. Ой, здесь... ебать. Стан. Лада ушел, да? Да, вы играйте в маленького, пожалуйста. Он хуярит большого, блядь, срывает. Короче, этого... Арстайл флешками похиль. Что, самолетишь, шаманы? Да, сейчас моба добьем одну. Там и Лада просто еще тоже отошел. Вот этого давайте убьем. И дальше там суманем. А, он исчез. Пробегаем, может пробежим. Хотя похуй, все равно сагрится. Блять. Заводись, а?
А, мне показалось, думал, в пачку прыгнул, Фэт, блядь. А чё, из бланка прыгнул? Встань, держим. Чё? Давай шкаф. Тыкните в ебучий шкаф, алло. В сумму. Влада подошел. Ивашка. Ёба. Чел. Блядь, где он там? Шиномонтаж спешит на помощь. Прием, Смон тебе пришел, нет? Ну он там делал, вот, погрузился. Все, пошли. Луна стоит на месте. Лунная призма. Че сейчас? Сука. Что вы делаете? Я же вам показал гайд. Пошли, пошли, ебашим. Шаман. Ивашка, прием.